Секрет успеха номер 20. Никогда не думайте о возможности поражения. Страх ошибки является главным препятствием на пути к успеху в нашей жизни. Заметьте, не сама ошибка. Ошибка делает вас сильнее, крепче и упорнее. А вот страх ошибки или предвкушение поражения могут парализовать ваши мысли и действия, не давать вам даже попробовать себя в том, что необходимо для достижения большого успеха. Молодой журналист когда-то спросил Томаса Джей Уотсона, старшего, основателя IBM, как можно быстрее добиться успеха. Уотсон ответил замечательной фразой: «Если вы хотите быстрее добиться успеха, вам нужно удвоить количество неудач. Успех лежит по ту сторону всех ошибок. Осмельтесь идти вперед. Создавшие себя миллионеры не были азартными игроками, но они всегда были готовы к обдуманному риску на пути к достижению цели и улучшению результатов. Факт в том, что ваше отношение к риску является едва ли не самым важным индикатором вашей готовности к богатству. Всякий раз, столкнувшись с рискованной ситуацией, задавайтесь вопросом: что самое худшее может случиться, если я продолжу идти вперед? А затем действуйте так, как поступил Джей Пол Гетти, нефтяной миллиардер, который определял, в чем это самое плохое, и делал все, чтобы этого не произошло. Дело в том, что все боятся неудач, все боятся потерь и бедности, все боятся совершить ошибку и потерпеть поражение. Но те, кто сделал себя миллионерами, это те, кто сознательно и намеренно противостояли своему страху, все равно продолжали действовать. Ральф Уолдо Эмерсон писал: «На протяжении жизни вы работаете в себе привычку делать то, чего вы боитесь. Если вы будете делать то, что боитесь, смерть страха неизбежна». Когда вы действуете смело, невидимые силы этого мира приходят к вам на помощь. Каждое проявление храбрости увеличивает ее и ваши способности в будущем. Всякий раз, когда вы действуете ради продвижения вперед, без гарантии успеха, ваши страхи уменьшаются, и ваша смелость и уверенность в себе растут. Со временем вы достигнете точки, в которой вообще перестанете бояться. Возможно, лучшая цитата из фильма «Аполло-13» принадлежит Юджину Кратцу, главе Центра управления полетами в НАСА. Когда все уже начали думать о том, что потеря космического корабля с астронавтами неизбежна, он собрал их вместе и громко объявил, что неудача недопустима. Ваша задача в том, чтобы посвятить себя превращению в миллионера. Ваша задача в том, чтобы ставить перед собой четкие цели, записывать их и работать над их достижением каждый день. И в особенности, постоянно напоминать себе при встрече с проблемами и трудностями, которые неизбежны, что неудача недопустима. Это отношение сильнее всего прочего гарантирует ваш долговременный успех.